На сцене Одинцовского центра эстетического воспитания творческие выступления финалистов окружного этапа педагогического марафона классных руководителей «Учительство Подмосковья. Воспитанию будущего поколения России». В зрительном зале сами участники, их ученики с родителями и коллеги. Школа существует, чтобы мы мечтали, отвечали на вопросы «что» и «как», «почему». Шаг навстречу сделай в этом зале, по дороге к счастью своему. Третий Г-класс Галитинской школы номер 2 под предводительством своего классного руководителя представил мюзикл «Счастье». Ребята не впервые участвуют в разных конкурсах, обычно занимают призовые места. Сейчас они помогают своему учителю выйти в лидеры. Пришлось пройти 3 тура. Первый тур, ну, больше, так сказать, бумажный, где мы представляли концепцию, портфолио, естественно, и представляли также творческое выступление. Второй тур – это уже непосредственно занятия. И третий тур – творческое представление здесь, вот, в финале. Все педагоги и их воспитанники серьезно готовились к финалу. Одни представили ролик в стиле немого кино и зажигательную концертную программу, другие – целый спектакль, сказку о потерянных праздниках с Бабой-Ягой, Кикиморой, Кощеем Бессмертным и Василисой Премудрой. Сделай к нам с добром ты шаг, и счастье ты узнаешь. Мы долго готовились, подбирали разные костюмы, много раз переделывали и старались очень хорошо станцевать. Мне кажется, все получилось. Всего в конкурсе на самого классного приняли участие более 20 учителей со всего Одинцовского округа. В финал вышли 3 лучших. Вы большие молодцы, вы попали в финал, вы уже победители. Да, победитель будет один, но пусть никто не расстраивается. И особенно, ребята, я знаю, что каждый из вас очень болеет за своего классного руководителя. Ребята, они у вас самые лучшие. К финалу подошли самые, конечно, достойные кандидаты. Соперничество было очень серьезным. Все переживали, волновались. Но я, естественно, конечно, желаю самому лучшему, самому сильнейшему стать лучшим среди равных. Победитель конкурса представит округ на региональном этапе. Ему необходимо будет презентовать свою концепцию, получасовую видеозапись воспитательного мероприятия и пройти итоговое собеседование. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».